Итак, друзья, знаменитый котел Балгаз, который я запустил и который по какой-то причине, я не знаю, я просто приехал, уже трубку вот эту вот ГВС была лопнута просто нахуй, она пополам вообще ее снесло, я ее запаял, ну, вроде она как бы держит. И теперь еще выяснилось, что в том видео я вам показывал, что теплообменник у него оказался дырявый, вот здесь вот я уж не стал снимать, там видос есть, я его тоже, ну, не я, как бы я отдавал его, этот теплообменник запаяли. Напомню, друзья, этот теплообменник битермический, и стоит он очень дорого. Будем надеяться, что внутри вот здесь вот в теплообменнике трубки целые, давление у этого котла не будет расти. Сейчас давление мы смотрим, у нас единица, давление немножко поднялось, и это хорошо. Сейчас оно еще нагреется, теплоноситель, а теплоноситель здесь вода в этой квартире, и поднимется еще на несколько делений. Ну, сейчас в тестовом режиме я его гоню, потом закрою крышку и закрою его, блин, кожухом. Ну, всем пока, добра и позитива. С вами был Вячеслав Кипкаев и котел Балгаз.